Мне снится муки ада, мучающиеся грешники в аду и как он вниз головой на кресте таком висит, который весь в огромных иглах металлических или каких-то ржавых, один из них. И он кричит: «Останови это, Господь, останови это, Господи, прекрати эти муки, один из них, один из многих, там разные пытки над бездную». Я к нему подлетел, и он блюет гноем, и он рад тому, что он говорит: смотри, я тебе сейчас что-нибудь нарисую, и он изо рта вниз капает гной, и он им пытается нарисовать какую-то рожицу улыбающуюся. И смотри, я тебе сейчас нарисую. Я затем... А вверху тоже бездна. А внизу синяя бездна. И... А где я нахожусь, там красная, темно-красная такая бездна. И затем я просто... Воля моя прекращается и держаться. И я падаю в бездну просто. Падаю в бездну. И сдаюсь, падаю в бездну. И окажусь одним из этих мучающихся. Одного из них две такие балки перемалывают его, и он орёт. Третьего еще другой механизм, ужасно, ужасающая пытка. И один подонок как-то сказал, что все мои рисунки — это сплошное уныние. Я рисую сплошное уныние и слушаю депрессивную музыку. И я нахожусь в унынии. Я курю и пью кофе, и я принимаю лекарство, которое выписывается с двумя-тремя печатями по рецепту врача, и, возможно, скоро его вообще запретят. Мне снился снятся. Я даже не могу описать, такое снится. Я не прошу прощения у Господа за свое уныние. Мне тяжело рисовать что-то, чтобы было понравилось нормальным людям. Красивые розовые пейзажи. У меня получается рисовать сплошное уныние. Я общаюсь
с людьми там во сне, в коллективе во сне. Только во сне. Мне снятся такие сны, что сцена, что любая книга Достоевского, самая мощная из них, покажется просто цветочками, просто ничто по сравнению с тем, что снится. Любая сцена такая наполненная, как в «Идиоте» Достоевского в первой части, где Настасья Филипповна кидает Парфёна Рогожина пачку 100 тысяч в огонь и смотрит на реакцию Гани. Вот эта сцена, это просто цветочки, ничто по сравнению с тем, что мне снится. Я играю в танки и я слушаю грустную эмо-музыку, и мне снится, как я впадаю в очень сильное уныние. И если бы был легализован огнестрел, то я бы давно уже раскомнадзорнулся, совершил бы ужасный грех и мучился бы на месте тех, кто там во сне мне приснился. У меня нету крестика даже. А садомия, она просто так сложилась генетически, что мне это не присуще, поэтому даже во сне. Там во сне вот эти люди, они. Это не я, это я там гость. И там среди них есть мужчины, женщины, и там есть. Там были в том числе и так называемые содомиты. То есть там не было такого, что сексуальное. Соития какие-то были садомитские. А там просто он типа приобнимает там. Но я меня нету к этому никакой склонности, просто потому что я считаю, что ты таким либо рождаешься, либо таким не рождаешься, и больше вариантов нету. Ну и вот я таким не родился, и просто только поэтому у меня нету греха содомии даже во сне.
У меня искаженное очень восприятие социальных страт, социальной иерархии и социальности. Я чувствую себя совершенно бесполезным. Я не принимаю флуоксетин уже очень давно. Меня действительно склонен рисовать именно уныние сплошное, как сказал один подонок. Очень давно, много-много лет назад. И мне тяжело рисовать предметы, которые находятся вблизи, например, танк или геометрические предметы людей, животных или дома там, или еще что-то такое, деревья, которые вблизи. И тяжело это видеть. В реальности мне тяжело на это смотреть. Очень тяжело. Сейчас в моей голове песня Silencer, отрывок песни I Shall Be. Сейчас я скажу, как называется. Сейчас я ее включу даже. Сейчас включу, и вы услышите, какой ужас в моей голове, не соответствующий. Не соответствующий христианской добродетели. Сейчас. Я ни с кем не знакомлюсь, даже в интернете. Через Леонардо да Винчи достаточно просто понажимать, но мне даже это не интересно. Вот, слушайте.
Мой отец считает религию опиумом для народа. Он не рад, что я хожу в церковь. Он считает, что это секта. В ту церковь, в которую я хожу, еще то, что я боюсь посетить бабу Катю, его маму, в... Она была в больнице какое-то время. Там, где лежат... Там лежат люди с инсультом. Он говорит, самое страшное это рак. Я говорю, что рак совсем не страшен. Самое страшное это инсульт. Но теперь-то я понимаю, что самое страшное это загробный ад. Те ужасы, которые я повидал только что во сне. Я понимаю, что я неизбежно попаду в ад за то, что я не молюсь каждый день. И... Ну, по жизни я лох, а согласно заповедям я грех уныния. Я не девиант, я не извращенец, таким просто я не родился. Я считаю, что это генетическое. Но разве есть в этом какая-то добродетель? Если я просто родился не извращенцем, не каким-то девиантом, допустим. Ну, допустим, вот есть один капитан Канады, который вламывался в дома женщин и воровал у них лифчики и трусики, и коллекционировал их, фотографировался с такой серьезной рожей. И совершал разные прочие более преступления там. Он маньяком стал, в общем. То есть, скорее всего, это потому, что он таким родился. Ну, еще то, что он безбожный. Ну. Пей таблетку и поехали. Так нету таблеток. Так нету таблетки. Какой нету? Цитрамона П нету. Ты давление померь, потому что у тебя давление. Да нет, я просто просыпаюсь рано, раньше тебя, и затем из-за того, что кофе не попил, чай не попил, я чувствую падучую усталость и засыпаю прерывисто.
ужасно болит голова. Что? Ужасно болит голова. Саша, ты со своими таблетками уже с ума сошел. У меня без таблеток болит голова. Ага. А с таблетками гораздо больше болит. Перечистить организм надо вообще полностью. С этих таблеток. Я не пью больше таблеток практически. Ты же давление не мерил? Не мерил. На, поехали. Слышишь? Давай собирайся, поехали. Хватит сидеть, дурака валять. Надо ехать. Хоть чему-то учиться.